На Екатерининской 91 вспыхнул конфликт из-за двухкомнатной квартиры. По словам местных жителей, группа неизвестных ворвалась в квартиру, выбросила жильцов и установила новые двери. После вмешательства полиции, которые и выдворили незваных гостей, жильцы попали в свою квартиру, но узнали ее с трудом. Мы лежим вот здесь вот, а бабушка там. И вдруг слышу дверь. Я говорю, война или что? Я, кто вы, кто вы? Они не отвечают. Ставят, вырывают дверь, меня хватают за это, выкидывают на улицу, потом Катю на улицу и сбивают ее. Вот здесь вот. Оставили $300, гривны мало было. Гривны они не трогали, потому что я не знаю, сколько было. Нету. Золото. Пусто, можете перерыть, все соседи знают, сколько у меня было золота. Пусто. Женщина поясняет, что в 2014 году под залог квартиры оформила экспресс-кредит на $25 000. Из них получила только 8, да и те погасила. Но вскоре объявился бывший кредитор, некто Александр Куприенко, с документами на ее квартиру. Начались суды. Новый владелец решил действовать активно и заручился поддержкой тетушек. После того, как полиция их задержала, по словам жильцов, сам Куприенко оставил нескольких парней дежурить под квартирой. Они представляются друзьями Куприенко. Мы непосредственно друзья хозяина квартиры. Вот. О чем еще общаться, я не понимаю. Мне скрывать нечего, я говорю, все как есть. Сейчас подъедет хозяин квартир. Если хотите, если он не будет против, можете с ним общаться. Все. Сам Куприенко на месте так и не появился. Местные жалуются, что их дверь тетушки срезали и установили свою. Ключей от жилья у них нет. Оставить квартиру значит позволить ее захватить окончательно. В полиции с выводами не спешат, ведется следствие. Виїздом на місце події було встановлено, що в дворі по вулиці Катеринівська, 91, знаходилась група невідомих осіб, які на той момент, на момент приїзду слідчо-оперативної групи, встигли демонтувати двері. В дворі даного будинку знаходилось 9 осіб, які могли бути причетні до даної події. Співробітниками поліції дані особи були доставлені до Приморського відділу поліції для пояснення всіх обставин справи. Полиция открыла уголовное производство по статье 162 «Нарушение неприкосновенности жилья». Все обстоятельства, а также то, кому на самом деле принадлежит квартира, установит следствие.